Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить с вами Киберпанк 2077. Продолжаем сюжетную миссию. И мы идем на встречу с Такэмурой. Все, никак не выучу его имя. Пока можем послушать новости. Так, все, мы на месте. Это какой-то рынок на какой-то башне. В какой-то башне. Так, идем к нему. А что это вообще за район? Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Да, вот и я. Ну и чё? Да давай сюда стану. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Чё? Мне удалось собрать дополнительные сведения. Какие? Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Нет, не знал. Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Угу. Ладно. Я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Загляни на небо, посмотри, как плывут облака. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. Так, а как ты запрыгнуть-то хочешь? Вы себя переоцениваете, Гора. У нас бы не получилось, даже если бы вам не отключили импланты. У меня есть решение. Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Угу. И что дальше? Так, а дальше? У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Так, ну давайте попробуем вставить. Где она? Давай ее сюда. Ну, идем дальше. Блять, ты что, ее в бошку себе вставил? Алло. Идем. Куда идем-то? Что произошло? Получить контроль над платформой. Это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Так, ну давай, без проблем сделаю. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Так, ну ладно, всего лишь надо вставить куда-то там щепку. Силушки хватает, сейчас загрузить вирус. Где-то он внизу. Вот он. Так. Сработало. И все, что ли? Так, заберем сразу все, что плохо лежит. Нам пригодится.
Так, тихо, куда? Тут еще пепельница лежит. Мусор. Ну чё, я все. Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Тогда потом. Давай сейчас. Давай сейчас сразу приступим, всех там накажем и четко будет. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Худеешь, да, брат? Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто? Куда заходить? Это мне? Нет, это не мне. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Ну, блядь, ну ты чё, братан, в смысле пристрелим? Он вроде нормальный тип. Нормальный мужик, вот он. Расслабься, Джонни. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Ты, Якитори. Чё такое, невкусно? Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. И она тебе не верит и тебя убивает. Нормально, нормально. Это у такой хитрый времени. Ритуал сеппуку? Что? Почему? Вы явно хотите, чтобы нас всех убили. Только не понимаю, почему. Я знаю, что мы сильно рискуем. Но у нас нет выбора. Вся наша надежда на Ханаку-сама. Нам обоим уже нечего терять. Это видно по твоим глазам. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Че завис? Так. Не спускай его с поводка. Он же и пары метров не пройдет. Обязательно споткнется о свою ебучую честь. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытного вора. Хорошо. Мы пойдем с тобой вместе. Послушаем Джонни, значит. Ова! Сходим вместе. Сделай погромче! Я принял решение уничтожить контингент нашей безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс... Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Да заткнись, блядь, дай послушать. Что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Юринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это к слову. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться. Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь?
Ханака сама спасла Йоринобу от наказания за его проступки. Так, я не понял. Так может тогда дочка была в курсе всего вот этого вот? И она не сильно удивится, если мы ему расскажем, кто убил отца на самом деле. По-вашему, в смерти Сабура тоже она виновата? Думаю, мы все виноваты. Мы позволили себя обмануть. Но скоро мы все исправим. Ты пойдешь со мной? Да, пойдем. Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Итак, мы отправляемся на разведку с Такемуру. Идем. Такемуру. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Что-то какое-то осталось сообщение новое. Забраться. Так, ладно, давай, куда? Ну иди, дуля, давай быстрее, алло. Теперь туда. Куда туда? Можешь бегать. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Ну, это хорошо. Хотя вот знаки мальстрёмовцев есть. Это у нас ранчо Корондо. Корандо, или, блядь, как-то так. Так, нам первый этаж не нужен, нам нужна крыша. Ну, чё скажешь, серьезно, дядька? Ну, импланты, конечно, у тебя огонь. У тебя все тело похоже из-за такой вот ерунды. Ну, так, сказал, что молочко забираем. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите больше найти. Ничего здесь нет. Хм, наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Так, нам... Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? Готов? А что мне делать-то? Че, смотрю. Так, кран, что тут еще? А, вот они, тачки. Прожекторы. Так, это у нас кто? Это у нас разведчик. Это прожекторы. Так, кораблики, понятно, это у нас. Так, стопэ, не туда нажали. Ух ты! Там робот ходит. Блин, опасно, опасно. Так, это у нас кто? Это житель Найт-Сити. Так, ну и чё? Можно начинать. А, вот как надо было начать. Ну, ну ладно, мы уже все изучили там. У нас мало времени, Ви. Так. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Мостик. Есть мост, но он охраняется.
Так, дальше ворота. Это центральные ворота. Но я думаю, не вариант через них проходить. Так, а это что? Это люки какие-то или что это? Так, антенны какие-то. Пойдем туда, если другого пути не будет. Трубы какие-то. Трубы, видите? Так, вон тачка какая-то стоит. По ним можно пролезть внутрь. Грузовики подъезжают регулярно. Может угнать один? Весьма неплохо. Трансформатор, можно отключить электричество. Так, а это что? Какая-то крыша, она не сканируется почему-то. Трансформатор у стены, видите? Да, чуть-чуть с опозданием, да ладно. Ну, видите или нет? По нему можно забраться наверх. Так, смена позиции, это что-то, ворота охраняются. Замаскированные турели у ворот. А, это вот что? Фига себе. Так, а это... Можно это крайняя как-то мера. Отключить? Я не хочу здесь погибнуть. Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Кажется, я все увидел. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Хм, ты так же говорил, когда входил в Кампеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. Если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Че, прям здесь типа стоим, ждем? Ну ладно. Ой-ой-ой, у меня припадки, да господи, Ви. Не надо, братан. Что-то? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. О, кот живой, кстати, это первое животное. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Это что такое Бакенеко? Бакенеко... Что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. И чё? Вы верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера, это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Кицуне, Капа и как раз о Баканеку. Ностальгия? Глупый вопрос. Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. Раз уж мы говорим о детстве, я помню, как первый раз катался на бобере по холмам. И еще первый поцелуй посреди поля синтетической кукурузы. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Росака отбирала детей, но только чистых.
Для чего им нужны были дети? Для корпоративной армии. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабура. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Да блин, я не осуждаю тебя, чувак. Просто это факт. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Поглядите вокруг. Вот он, дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из Чиба-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в Канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Давайте закроем эту тему, я устал спорить. Иногда мне хочется стать кочевником, убежать от этого мира, забыть обо всем. Не поздно все поменять. Как это у вас говорится? Старого учить, что мертвого лечить. Ну да, у нас так говорится. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Кампеке мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Не умничайте, вам не понять, что я чувствую. Я хочу рассказать тебе еще кое-что. Это касается Уэллса. Джеки? Что такое? Когда я пошел по твоему следу, остальные поехали искать Уэллса. Они забрали его тело. Хоть убейте, не понимаю зачем. Чтобы мать не могла его проводить как положено? У Арасаки есть способ получать информацию даже от мертвых. В смысле получать информацию? Не спрашивай. Я знаю немного, но мне говорили, что для этого используют программу душегуб. Они могут извлечь из тела Уэллса энграмму. Поврежденную, неполную, но все-таки энграмму. Ебаные суки. Вот это вот пиздец, вот это вот поворот, и где же она? Куда они поместили конструкт Джеки? Этого я не знаю. Почему вы не рассказали раньше? Я не знал, можно ли тебе верить. Обстоятельства изменились. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Так, ну... Как и мы. Да-да, найдем. Кстати, я думаю, обязательно надо найти энграмму Джеки. А то это, что это за пиздец такой? Так. Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Блять, я говорю плохо, он говорит неплохо. Ну, блять, пиздец. Так, а что у нас? Просто прогулка под дождем, и так разминаться будем? Бать, как ты бошку спрятал? Ну, повтори. Все, я на месте. Так, здесь ничего мы не можем забрать, украсть, с собой прихватить. Нет, ничего. Ну, ладно, значит, поедем вниз, получается. Правильно? Правильно. Так, не крыша нам нужна.
Нам нужно на улицу на первый этаж, поехали. Блин, какой же ты суровый дядька все-таки, прям. Так, это получается на Уэлсе тоже попробовали этот душегуб. Надо, значит, обязательно будет найти эту энграмму, как-то его спасать. Потому что это не дело, он наш лучший друг. Также он сказал, что она будет поврежденная, типа неполная. Может, он как личность не полностью восполненная. В любом случае, надо попытаться. Аккуратная диверсия. Это мой конек. Так, нам нужно попасть в промышленный Сарк. Сарк. Промышленный парк Арасаки. Либо угнать грузовик. И с грузовиком тогда уже. Так, а не понял. А ты мне дашь такой грузовик или не? Так, у нас есть два путя. Через верх. Так, это не пойдет. А вон грузовичок. Блин, я не успеваю уже. Так, это главные ворота. Мы не самоубийцы. Через главные ворота, я думаю, ходить не стоит. Вот он, грузовик. А что мне сделать? Встанем на дороге просто. Ах ты пи... Блять. А как его остановить-то? Братан, стой, блядь! Чё скажу? Так, я надеюсь, он чуть-чуть остановится. Кто позаботится о моей маме? Пошёл вон. Всё, поехали. Так, въезжаем, всё спокойно. Хорошо, теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Зря же я пришел. Очень хорошо. Так, я поднялся на крышу. Как их открыть-то? Домофон, протокол, запрос. Так, ну давайте протокол взломаем. Я не знаю, что это даст нам. Так, 55-1C. Установлено. И что это дало? Ладно, сдаем назад. Чё-то непонятно. А если я здесь вылезу? Да не, я должен заехать как-то. Ну и чё, Чё дальше-то? Вступаю в бой! Блять, да ну нахер! Нет! Стоп. Я не хотел, блядь. Ага, ему пиздец. А тебе пиздец, блядь. Заберитесь, не бивать. Так, и сколько их там? Так, это все? Ой-ой-ой, везде камеры, блядь. Везде, блядь, камеры. Ладно, что-то пошло не так. Поднялся по трубе. Захожу. Открыть огонь! У меня тоже все хорошо. Патруль всё. Прошел мимо. Я внутри. Ищу самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Выходи с поднятыми руками! Я приду в диспетчерскую, устроит полный хаос. Очень хорошо, я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Пойди посмотри, что там. Ой-ой-ой, было бы обидно, если бы я сейчас умер. Я очень сильно рисковал, но я справился. Так, тихо.
Так, мне нужен терминал, он... Ух ты! Так, на всякий случай надо захиляться. Так, горим, горим, горим. Так, а у меня же есть снайперская винтовочка еще такая, дальнобойная, мощная. Ой, как хорошо, 5000 в голову, нифига себе. Так, а кто меня... на меня смотрит, я не пойму. Так, я опять горю, я опять горю. Минус. Медика, я ранен. Минус. Блин, снайперка это бомба, конечно. Так, я думаю, вот сюда нам можно забраться. Так, тихо, нет, стопы. Захиляться надо. Так, и... Так, того убил я, да, за стеночкой? Так, хиляемся. Так, перезаряжаемся. Да что ж такое, опять что ли? Так, подбираем все, что можно побрать, подобрать пока по пути. Так, и вот он компьютер, это он. Установить программу. Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Эй, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ри, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави. Да бегу я. Ай-яй-яй, блядь! Блядь, я упал. Перепрыгнул слишком далеко. Так, ладно, еще раз. Забираемся. Так, тихо. Блять, сработало. Неплохо, Ли. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу.